2018 год объявлен перекрестным годом Японии и России. Это большое событие в наших отношениях, такого формата в наших связях никогда прежде не было. Что я хочу от этого проекта? Культура жить активное долголетие. Но прежде всего поделиться опытом и знаниями в области вот той, которой я занимаюсь непосредственно, биомедицины, плацентарной биомедицины. Я хочу, чтобы в России также об этом знали все больше и больше количество россиян.